Нижнему Тагилу не 292 года, а 430 лет. По мнению писателя и историка Сергея Пудовкина, мы неправильно ведем летоисчисление города от выйского завода и первого выплавленного чугуна. Считать нужно от военной и крестьянской колонизации. Об этом он рассказал на презентации книги «Мой Тагил. Исторические очерки». Источников, то есть нам приходилось вот отовсюду по крупинкам, по частичкам черпать информацию, чтобы вот создать такой труд, который бы именно подчеркивал значимость и величие нашего города как форпоста цивилизации на Урале. Это все-таки самый первый город на Урале. Мы обошли и Верхотурье, и Верхний Тагил, все, мы первые. Сергей Пудовкин – тагильский краевед, историк, турист, автор многочисленных публикаций. Свою книгу он презентовал в Центральной городской библиотеке. Она состоит из научно-популярных очерков о Тагиле и Тагильском крае. Первый том посвящен общей истории от первобытности до наших времен. Издание будет интересно всем любителям истории Урала.